там мы тоже мусор поправили, там площадку не ставили. Все остальное устранили, но просто по прополке, из-за того, что работы делаются вручную, то есть надо немного больше времени. В субботу в воскресенье ни одного человека не было на бульваре. Александр, у нас в субботу воскресенье были люди? В воскресенье не было, в пятницу вы сидели вот здесь, высаживали цветы. Ни в субботу, ни в воскресенье ни одного человека не было, вообще два человека. В субботу я лично здесь был, здесь работали люди. Я лично тоже была. Ну вы мне будете рассказывать, моим глазам свидетели не надо, извините, пожалуйста, у меня люди работали. Вот, у вас они вот сейчас, если они работают, их видно. В плане строительных работ, то, что вот сейчас эти работы, которые мы производим, у нас их в контракте нет. Это просто, то есть комиссионно, да, попросили, то есть мы это делаем. Что касается строительных работ, все строительные работы выполнены на 100%. Там, по устройству асфальтобетона, тротуаров, там, посадки, высадки растений, то есть посева газона, Карчевского газона, да, то есть все это выполнено. То есть я не вижу предпосылок к тому, чтобы не принимать объект. У нас организация там более 15 лет уже существует на рынке. Как бы свои обязательства гарантийные мы всегда исполняем, да, по там, предписаниям, там, либо просто что видим сами. То есть, ну, я не знаю, почему такое недоверие к нам, из-за того, что мы там, пообещав, да, прополоть траву, еще ее не пропололи, в связи с тем, что это все проводится ручным. Все это, да? Мы и сделали. Мы строительные работы сделали. Все строительные работы сделали.